Дорогие друзья, следующее стихотворение называется «Брачные гонки». Это на тему, дело в том, что когда-то, когда была в действии программа J1, сюда приезжало очень много студентов по обмену со всего бывшего Советского Союза. И потом эту программу прикрыли, потому что было много шпионов, много аферисток, много... Ну, в общем, много всего было такого некошерного, и, короче, Америке это надоело, и, короче, это прикрыли. Но когда-то были времена, когда их на Брайтоне просто было очень много. Вот. И вот на эту тему стихотворения, потому что поэт и писатель должен все подмечать. Вот, я не думаю, что кто-то вообще писал на эту тему, вот я написал, называется «Брачные гонки». Многие шли, кстати, в эскорт-сервис тоже, вот, а кто-то выходил замуж. В общем, поехали. Летом на Брайтоне див СНГшных сезон. Их приезжают сюда эшелон. Самолет приземлится в JFK аэропорт, кому-то предстоит падение, а кому-то взлет. Когда красавицы начинают охоту, каждому стать их жертвой охота. Но дивы снимают тапки в домах, где пахнут большие бабки. Секс-рулетка — это большая игра. Простому смертному она не видна. Формула G1 — брачные гонки. Среди дев порой случаются шпионки. За миллионеров красотки вступают в драку. Но не всех дорога приводит к браку.